В Уссурийске полицейские задержали подозреваемого в мошенничествах в отношении пенсионеров. По схеме родственник попал в беду. Ранее в дежурную часть поступило заявление 86-летней местной жительницы. В ночное время на мобильный телефон пенсионерки позвонила женщина, которая представилась ее внучкой. Она сообщила, что попала в дорожно-транспортное происшествие и срочно нужны деньги на операцию. Пенсионерка поверила звонившей, полагая, что действительно разговаривает с внучкой и выполнила все озвученные условия. К ней приехал мужчина, представившийся доктором. Потерпевшая отдала ему все свои сбережения – 2 миллиона рублей. Подобным же образом лишилась своих накоплений 88-летняя жительница города Уссурийска. Женщина также пыталась выручить из беды свою внучку, которая якобы совершила особо тяжкое преступление. Пытаясь помочь родственнице, пенсионерка передала мошенникам 100 тысяч рублей. По данным фактам возбуждены два уголовных дела по статье «Мошенничество, совершенное в значительном и особо крупном размере». Сотрудники уголовного розыска установили личность, местонахождение и задержали подозреваемого 42-летнего ранее судимого местного жителя. Злоумышленник был доставлен в отдел полиции, где дал признательные показания. Он также рассказал о еще шести эпизодах своей противоправной деятельности. Сотрудники полиции продолжают проверять задержанных задержанного на причастность к ранее совершенным преступлениям. Устанавливаются потерпевшие и сумма причиненного им ущерба. Подозреваемый заключен под стражу. Если вы получили звонок о том, что ваш родственник попал в беду, прежде всего успокойтесь, не поддавайтесь панике. Под любым предлогом прервите разговор и сами перезвоните родственнику, от имени которого или о котором идет речь. Если его телефон отключен, то перезвоните другим родственникам, коллегам, знакомым позвонив в медицинское учреждение или в дежурную часть органов внутренних дел, можно узнать, действительно ли родственник находится в больнице или в отделе полиции. Поинтересуйтесь именем и должностью собеседника, местом нахождения вашего родственника и его личными данными. Как правило, этих мер достаточно, чтобы мошенник утратил к вам интерес. Но лучше всего не отвечать на звонки с неизвестных номеров, не общаться с незнакомцами, Берегите свои деньги и нервы. Не верьте мошенникам. Если вы считаете, что подвергаетесь преступному посягательству, незамедлительно обращайтесь в полицию. Олег Завьялов, новости на восьмом.